поцелуев, пахнущих цветов, шоколадом. Это день, когда душа поет, танцует. И сейчас я хочу дать слово Наталье, чтобы она спела для нас песню. Давайте поаплодируем. Человек, он нам отдает, при этом у него остается. Даже вы ему отдаете намного больше. 5 языков мира, 8 книг. Эти книги о саморазвитии, о мире, о любви. Сейчас он покажет вам презентацию о его книге новой. Чудесный брат. Ну, собственно говоря, по большей части пришли на это, чтобы посмотреть на это мероприятие. Николай, вам слово.
Поаплодируем. Здравствуйте всем. Я Николай Карпалы. Я в ваших телефонах, компьютерах и планшетах. Вы там можете в любой момент скачать мои книги или заказать консультацию. Последняя моя книга – это «Чудесный брак». Так ее назвал. Она содержит последние открытия вот, науки, психологии, социологии и также наблюдения в течение нескольких поколений. И сегодня вот предлагаю вам совершить путешествие, в которых мало людей были и даже на пятницу не показывают. Такой мир, который вот, очень интересный. Он недалеко от нас. Этот мир называется наша душа. Вот мы о теле заботимся, да, вот чистим зубы, купаемся. Кто-нибудь заботится, вот держите на душе. Вы, и как это? Детоксикация, детокс и так далее. Слышали про ТПЭ? Вот, самое важное в паре, это избегать токсинов, чтобы пара реально был чудесный брак, нужно избегать токсинов. И токсины вот эти мысли. Ученые выявили, что люди это те, которые в браке. Они больше зарабатывают, они счастливее и здоровее, чем одиноки. И вы чувствуете так, нет? Да, чувствуете. Итак, самое главное, нет, давайте будем говорить о традиционных семьях. Тогда, в 2001 году, там собралось 210 пар, представители 200 с лишним стран мира. То есть из разных стран мира просто люди приехали в национальных своих костюмах для того, чтобы сказать, семья это все. Нам про это информации маловато. Поэтому нам нужно самообразованием заниматься, то есть нам нужно учиться самим. Вот. И сейчас я хотел вас немножко подвигать, провести несколько таких. Медленно прошу вас, мы прыгаем. Помните, да, просто поедали? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, прыгаем. Спасибо.